Конец света настал сегодня для нескольких районов Петербурга. Из-за аварии на Первомайской ТЭЦ без электричества остались десятки многоквартирных домов, школы и больницы. Неприятные минуты пережили пассажиры метро. В подземке остановились поезда, на некоторых станциях были отключены эскалаторы. Коллапс наступил и на городских магистралях. Из-за перебоев с электричеством на юго-западе Питера встали трамваи и троллейбусы. Не работали светофоры. Сейчас сотрудники аварийных служб восстанавливают подачу энергии.